Нет, они сейчас еще гуляют. Шестнадцать двадцать четыре, поехали. Что? На карте, да, я сейчас смотрел, какие по пути магазины, как вообще по пути домой ехать. Опа. Так, ничего не забыли, тебя не забыли, да? Вот, хорошо, погнали. Это специальные домики, которые замеряют уровень воды в реке. Если он вдруг вверх поднимается, они предупреждают службу водоканала о том, что тут наводнение начинается. Чтобы всех предупредили, чтобы люди отсюда потихонечку ушли и не замерзли, потому что машины не смогли. Не знаю. Что не знаю, того не знаю. Да, там машина олень. Камеры ручки. Вот, да? Надо не забыть дома сделать нашу фотографию. Тебя, меня и камеры. Камеры тебя и меня. Зеленый, погнали. Опа.
Да, радуга. Верно, радуга. Где прикреплены что? Нет, я просто ее в шорты заправил. Плывет, да? Да. Радуга! Пить хочешь? Окей, я попью.
города. Да, радуга, мы скоро доедем до одного такого, я надеюсь.